наверное, базу обойду. С один. Прокрадусь. Так, это артбаза единства. Мы ищем капитана, связного Юрия и Полита. Цель нужна нам. Сейчас. Я есть свет идея. Вырублю. Да, вырубишь, да? По-тихому. И третья цель. Так, у Туры... Подожди, кто это? А, это человек. Повстанцы атакуют единство. Они нам помогают, короче, походу. Угу. Или нет? Похоже на то. Это вторая цель. Машина? Третья цель. А фиолетовые ребята не наши? Не наши. Нет. Единственная армия. Ух. Как сейчас меня прям я была близка к смерти, вы даже не представляете. Ух ты мать! Ух ты мать! Красиво. Пошли нафиг! Граната, получай, сволочь! Кто там обещал свет вырубить, что-то и как-то это. Ну не везде же. Ох, боже, как неплохо. Ой-ой-ой. Осколочная, до встречи в аду! Ага. Я выжила, офигеть. Что было-то? Что сейчас было-то? Да я видел. Вы не умеете свет вырубать. Осторожно, машина взорвется рядом с вами, ребята. Она. Опа, тихо. Ой, вот этот серьезный машина приехал. Ох, блин, меня снесло. Осколочная, получить граната, укрытие. Да я думаю, нет смысла меня, наверное, воскрешать, тебя убьют тоже. Ой-ой. Че, где кто? Да, меня убили. Не успел. Но я Миш, хотя бы к тебе идут. Аккуратно. Тебе идет один. Миша, прямо у тебя. С всех сторон. Да. У тебя это. Тактическое отступление. Да. Торжись! Тем временем Данил уже в здании просто. Батя в здании. Данил внутри уже бегает. Ай, больно. Даня в здании. Ай, больно. Хорошо, лежим. Не сработало. Травки лежим, хорошо. О, около меня прям тут парень гуляет. Он тебя ищет. Больно. Он тебя найдет. Да, он рядом. Твою мать. Да! В смысле? Меня забрали снайперку. Нет! У меня забрали мою снайперку. Ах вы ублюдки, да я вас просто сейчас... Меня забрали мою снайперку. А чё вы ещё, чё вы внутри делаете, не знаю, я пошел внутрь, зашел, короче, начал всех убивать, вы там где-то в знак. Тут приехали машины, короче, с пулеметом. Надо было внутрь идти. Моя снайперка, нет. Можно спасти меня. Тут ещё одна машина. Ну их нафиг, господи. Ну их нафиг. О боже. Ой, меня уронили немного. Где вы шлялись? Ох, ёб твою мать. Где вы шлялись? Наблюдая небольшую. А если ты ляжешь, ты сможешь меня поднять? Нет. Лёжа нельзя. Ясно. Ищем капитана единства. Какой он? Как он не умирает? Джиггернаут. Так, уходим отсюда побыстрее. Ты мажешь, а я тут загибаю. Выругался так. А я? Как Дэвид. Не-не-не-не, мой персонаж. Тут есть машина с пулеметом. Миша, садись за пулемет. Давай. Где? Я села, давай. Ну. Ой, блин, господи. Опять. Миша, назад, вернись, где ты сейчас был. Такой план был. Шо? Да, бегу. Сейчас, стрелок. Сзади, наверное, отлично. Поехали разбираться. Я пока тут полежу немного. Давай, тарань. Можно? Можно. Нужно. Голуби всех, господи. Там в здании чувак. Спереди прямо. Вон. Отлично. Поднять меня, что ли, не знаю.
Сейчас мы за тобой едем, мы пытаемся. Там еще, еще, да, еще. Там поздно уже. 10 секунд. 9. Сейчас бегу, бегу. Я не успею, наверное, уже. Но я попытаюсь, но я не успею. Один. Черт, я не успела. Ладно. Там минусы. Вояки! Я пойду. Так, ну. Пойду в здание. Этот готов. Ну, может, кстати. Че? Нет, ты можешь... Мы боевой единицей будем кататься, нет? Не, ну мы же уже всех убили. Нет. Да. Блин, тут вообще темнота, нифига не видно. Да твою мать, опять нет. На том же месте, ребят. Так, одного больше нет, теперь второй. Да-да, сейчас я пойду. Еще да. Одного. Есть. Снял. Ну, ёлки-палки. Ребята, готовьте вертолет. Спасибо. Так ругается классно. Я ничего не скажу. Ну как хочешь. А мой говорит, зараза. Нормально. Как Геральт. Мне вообще сказали, будет пиздец. Им нельзя доверять. Да-да-да-да. Будет проще, если их... Я тут допрашиваю этого, типа, парня. Я не стукач, но все-таки их боюсь. Дело в том, что их сейчас нет в Итакуа. Так вызови их в Итакуа. Скажи, посылка готова. Оп-оп-оп-оп. Привет, Полито. Я приготовил ягненка к отправке. Хорошо. Он кого-то вызвал, короче, да. Полито вызвал. Угу. Вы видите диалог, давай. Нет? Отлично. Эй, это что еще? Как сам мы слышал. Мы манили Полито обратно в Итакуа. Пиздец вам. Вижу. Так. Видите их, да? Да, трое. Да. Мы с другой стороны только сидим. Подожди, стой, стой. Сейчас. Тихо, тихо, нет, 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 еще, еще там двое, тихо. Я скажу, когда. Я скажу, когда тихо. Что? Вот мы сейчас незаметны просто, как лань. Так, угу. Тихо. В хозяйственном магазине. Промазала. Зараза. О, это вот. Нас снизу вот заметили. Начинается. Качнулась, вот. Качнулась. Ну блин, тихо. А, давайте, давайте, я полетел. Ну чего ты? Повернись, там их всего 5 штук. Всего лишь. Сейчас. Сейчас тебе все будет. Вот я ты не видишь? Могу, я не могу стрелять. Она так строчит, что просто капец. Могла промахнуться, я не верю. Я не верю, что это произошло. Не знаю, я как команда высадился с парашютом. Один есть. Начал всех убивать. Ну ладно, их было не 5, ну 6. Так, что? Привет! Еще кто-то тут. Всем лежать мордой в пол. Тут еще кто-то, да, есть? Мексиканский спецназ, да? Да нет, вроде красного на карте нет. У меня красная карта все еще. А, ну имеешь в виду. У меня тоже красная. Ну, в смысле, отмечено, ты, возможно, нас ищут. Того, кто-нибудь приедет скоро. Что-то они, по-моему, меня помощи явно просили. Это тупо завлекаловка, по-моему, была сейчас. Пришли все. О, наши приехали. Парни. Зачистили. Местные зачистили. Аванпост зачищен, все. Потому что тут вертолеты на каждом шагу. Я думал, мы будем искать их там, знаете, переживать. Типа. Мне деревня кажется, мы во всех этих местах уже были. Да, кстати, деревня Культа будет довольно жесткая, мне кажется. У меня есть предложение. Может быть, мы так... Не, определенно где-то базлает музыка. Левее выше. Левее выше деревни нужно высадиться. Ты имеешь в деревню? На той пригорочке? С горочки. Да, на вот на парашютах прям в деревню, короче, всех раскидаем. Да не, ты первый. Ты первый. Че там, мелочиться? Если я сейчас нажму смена сидений, что будет? Ты просто
Не знаю, ничего не будет. Сменишь сиденье на полет. Сменишь сиденье на полет. Ё-моё. Это было довольно весело. Прикольно так закрутились. You spin me right now. Так, меняй сиденье. Финты. Трюки, да, пошли. Мертвую петлю еще не сделала. Сейчас бочку. Ну, не надо, давайте не надо. Сейчас как бочку замутишь, у зрителей начнут. А то будут наши останки собирать тут по окрестностям. Бека его разметала такой кустиком. Блин, вертолет, наверное, такой бесшумный. Вообще-то как бесшумная высадка стелс. Мы такие стелсеры просто. От бога. Мы еще ни разу по стелсу еще не прошли, по-моему. Можно попробовать, мне кажется, не знаю. Это был полустелс. Да. Так. Данте сейчас опять умрет. Нет, я жив. Пока что. Ты у меня бежишь на месте. Я бегу, нет, я бегу. Я бегу, бегу. Ты у меня застрял. В смысле, нет? Анимация что ли залагала или что? Я тоже. Бегу. Так. Ой, ковырочки. Блин, ночь. Вроде хорошо, вроде самому ни хрена не видно. Ну есть же это ночное видение. Это не совсем ночь. Не ночное видение? Как бы, нажимаешь В, как бы, и... Да. Воу-воу, офигеть. Какие-какие. Ой. Ну ладно, раз В, так В. Ой, ладно, хорошо. Так, а один вот... есть. Деревня? Так, мне надо отойти от деревьев тех. Дрон в воздухе. Тихо. Так не попрощалась жизнью. Еще одна цель. Цель номер три. Я пометил народ. Я предлагаю нам поработать синхронно сейчас и не идти в деревню. Их пятеро. Как вам идея? Все же есть снайперка, правда? Да. Давайте так, попробуем. Подождите, давайте пометим всех. Мне кажется, это не все. Там какой-то чувак прилепит к этому, к столбу. Вон еще один. Кто-нибудь еще? Вижу еще одного. Дрон в полете. Еще двух вижу. Так, вот хорошее место. Ох, какое место хорошее. Так, ребят, видите у белой машины двух человек? Вижу небольшую группу целей. Q нажми. Вот этих вот. Ага. Сейчас. Давай, я беру первого, ты второго сможешь взять? Так, давай. Сейчас прилягу. Я вижу. Давай, я беру первого, ты второго. Я на еще счет три. Давай. Раз, два, три. Этот убит. Я промазала, лол. Ты попал по первому, потому что... Стелс. Класс, мы не сработались. Ну, ну ладно. Всем было понятно, кто второй, кто первый там. Так там же написано 1-2. Ладно, неважно. Так, снайпер враг есть. Убит. Минус. Так, я понял. Короче, работаем, тут очень легко с горы работать. Понял. Да тихо ты. У меня что-то непонятное с пингом, по-моему. Я нажимаю, стреляет, но только через секунду, через две. Давай, давай, по-моему, давай. Нам нас спалили, да, уже? Как бы да. Цель ликвидирована. Того. Так, я уже начинаю работать. Один я тут потихо работаю. В смысле, я на горе. В смысле? Да, я вообще далековато еще. Там двое в доме и... И все. Двое в доме и все. Внизу, еще под нами. Прям под горой. А, вижу, вижу. Он бежит к нам. Пытается быть умным. Но я его не вижу, у меня все в деревьях сплошняком. Блин, я, по-моему, застрял, слушайте.
Не ходите за мной. Дан, ты тут около тебя, по-моему, человек, если я не ошибаюсь. Я, по-моему, здесь и умру. Цель уничтожена. Все хорошо. Да, я вижу. Да. Тут нельзя отсюда выбраться. Я могу тебе помочь. Готовься раскрыть парашют! Граната! Хорошая помощь. Класс. Ну, когда ты умрешь, ты возродишься... Так, ребят, спускайтесь сюда. О, нам рассказали синхронно выстрели, офигеть. Круто. Не прошло и двух часов игры. Не, надо будет рано сейчас этим попользоваться. Мы, черт возьми, такие не очень. Цель уничтожена. В плане синхронности. Да, и стелса. Люди кверх ногами подвешены. Да-да-да, я говорила про них, что они к кресту прибитые какие-то там. Какое удобное место. Хорошо лежится, да? Да, кайф. Нет, укрытие! Откуда ты взялся, дебил? Так, давай, помогу тебе. Чё, кому помочь? Не надо. Не, я вон, тому, кто... Не, у меня вот нормально. С этой вот стороны. Как в этот дом зайти? Класс. А где я теперь, просто? Подствольное крепление. И вход в это здание. Есть. Ага, а одного врага забыл. А, нашла. Убила вокруг. Чисто, чисто. Ребята, как вы? Эти уроды такие неуклюжие. Кто там игру слышно? Как ты, Эрмана? Чего от меня надо? Юрий и Полита, ублюдки, что тебя пытали. Мы заставим их заплатить за все. Расскажи нам, где они. Поездка была недолгой. Я это помню. Чего там уже? Не было тихо. Сюжет уже, короче, проходит. Да не, он просто рассказывает, типа, что его эти двое, которых мы ждем, мы держали в плену. Простите. Хорошо, теперь мы знаем, что они близко. Gracias. 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 Номад, мы наконец-то вышли на Юрий и Полину. Блин, вот... Центр сравнил данные GPS-машины и описание от пленников. Капец, жесть. Они в охотничьем домике. Вот власть какой-то. Используют его для допросов. Второй. Давай координаты ротим. А, это не... А, бабуля. Без грязи. Господи. Бабуля. Зеленых колготках. Давайте, самое время согнать жирок. Пеший пробил. Ты он достал уже говорить о описании миссии? Тут у нас рядом с нами внимание, какие-то ребята. Про меня все говорят, я люблю пугать ребят, да? Так, тут ребята, тут двое, короче, повстанцы держат на мушке. Он пошел. Я их вижу обоих. Давайте помечу, смотри, как это работает. Один? Я... Один? Мне по второму стрелять, кстати. Давай. Решите там, кто по кому стреляет. Я-то на дроне. Сейчас. А, окей. Давайте. Я по первому. Давайте. Я по второму. Раз, два, три. Гуд! Чисто, Good. Чисто! Вот это беги, стелс, баба, беги! А то тебя сейчас в жопу прострелю тоже, давай, уходи. Целых два человека, офигеть. Баран. Так, 4 можно. Ну, мы магиом, да. Фьючер Солдер это пока получше. Боже мой. Машин. Да. Я уже боюсь машин. Ты человек невезения прям. А мне с чего нет? Бараны. Баранщик сюда иди, шашлык делать. Шашлык. Хочу шашлык. Жалко, что нельзя сигналить. О, ты тоже слышал эту музыку? Техно. Нет. Разная же музыка играет. Не GTA. Ребят, чё вы там? Стёкла не разбиваются. Они хотят застрелить барана. Шашлык очень хотят. Шашлык знаю, поедим, когда сделаем работу. Шашлык кушают, хорошо. И всё-таки сдержите себя. Она третий раз уже так говорит. Как это там месть? Какой-то задрали, я уже пятый раз десятый. Слышу. Обалденно вкусные. Ну ладно, только дрожь тебе с грязи. Вон там. Полит. Кто это говорит? Чё это голос? Рассказать я хочу про... Кого убить, да? Сейчас радио.
А, там пару уродов, хорошо, да. Опять говоришь, да? Вестит уже. А я не слышу. Я уже раз пять это слышал. А, вот теперь опять слышу. Юрий Полита, пару уродов. Я тут вообще... Да ты смотри, опять. Я за этим пришел. Раньше одна штука. Я как тут совершенно не причем. Попытайтесь сдержать себя. Да я убью их нахрен и задрали уже. А нам какой-то охотничий домик надо найти на этой территории, судя по всему. Ну да, сейчас заберем. Так, стоп. Да он как раз где-то здесь, он здесь и стоит как раз. Да пойдем, там, наверное. Там машина какая-то снизу. Да, пошли, все хорошо. Опа. А там кто-то есть, кстати. Я думаю, это плохая идея была. Пометим врагов? Да, это была плохая идея, я думал, с парашютом прыгнул. Но нет. Прыгайте за мной. Что-то... Вы кого-нибудь видите? Я вообще не помню. А тебя, наверное, нельзя поднять, если ты упал. В смысле? Можно, можно. Можно. Да. Вы кого-нибудь видите? Я вижу только свою тень. Там эй, привет, Маш. Пойдем. Смотри, смотри, около дома, видишь? Разодрал опять говорить. Шата факап. Отходим в домику, смотреть в оба. Мне кажется, как только вы туда зайдете, там что-то произойдет. Я уверена в этом. О, поперли. Месть не бывает сдержанной. Как это там? Я тут постою. Сломать дверь. Обалденно вкусное. Я замок взял. Ну ладно, только давайте без грязи. Так, я тебя прикрываю. Че, где ты вот? Че, где ты ходишь, там что-то светится красненьким. Да-да, это под нами, судя по всему. Ну там ничего нет под нами, гора только. Хотя я не знаю, ну... Какое-нибудь обозначение на карте. Маркер показывает туда. Тут подвал. Тут подвал есть, да. Наверное, Сэндалай умер здесь. Сейчас спускаемся, сказал, сказать? Что он у них был жив 48 часов. Крутой сукин сын, долго продержался. Мне кажется, он ждал, что мы придем за ним. А мы опоздали, мать его. Теперь не опоздаем. Я за тобой. Как это жирная баба. Это вот та жируха, которую показывали. Блин, покажите меня! А где? Где? В доме? В доме? Вы в дом сошли, да? Да, в доме, да, в доме и направо. Подождите меня! Давай. Ага. Я жду тебя. Лишь половинка себе. Размытый день. Пока не рассмотрелась. Арка, притончик. Да вы не бегите, вы что там спалитесь? А, вы не остались? Там это окна как бы. Чё за Outlast опять? Испытай кого-то. Ну, страшный же бабуля. Там бочка летает. Убейте Юрия Полита. Я предлагаю посмотреть, есть ли тут кто-нибудь чё... Так, раз, два. Тут надо взломать дверь, короче. Стёкла не простреливаются. Я хацкер, давайте. Я хацкер. Вообще, взлом... Палево! Взлом от бога. Да блин, что вы дар... Вот это вот ты, короче. Блин, я ей в голову прям пострелила, она жива. Она еще стрелять умеет! Жируха! Нихера! Что это, мать вашу? Кто? Юрий готова. Он где-то снизу. Он убежал. Это орёт. Тут в махончике он. Пулемёт есть, нихера. Ещё. АК. АК-12. АК-12. Этот готов. Блин, как его взять? Давай. АК-12, Работаем. Полита убил. Калашик. Я убил. Класс. Юрий и Полита уничтожены. Все. Поздравляю, призрак, все нормально. Вы выполнили все шрёдное задание для этой стадии бета-версии. Это был только беглый взгляд на 21 провинцию, доступную с самого начала. Желаешь придете заказ? Да, нет. Держите меня в курсе. Нет, спасибо. Еще теперь можно ходить, выполнять всякие эти... Ну, всякую херню, да, либо там... Побочки, да. Побочки. Что тут происходило? Что за морг? О, смотри, пацан. А вы смотрите, тут еще прикол есть, тут еще есть... Где, жмур. О, у него головы... О, блин, прикольно. У него мясоног головы, смотри. Кайфовые анатомические, смотри. Ух ты, какой калаш! Какой красивенький калаш, как его взять? У них на части пилили. Видите чего, да? Взять его я не могу. Не, да, нельзя. У нас тут развлечение. Ох, калашик. Что это вообще за место? Чем мы снимались? Да вы вообще как бы это... У нас тут развлечение. Безбожники. Да вообще.
Сейчас, смотрите. Не люди. Мне тут жесткое развлечение. Чем они занимались? Объясните мне. Сейчас. Что? Смотри. Смотри, чем мы занимаемся. Вот же ужас какой. Что? О, мило. Какая милота. А если я встану на линию огня? Давай, я тоже хотела пробовать. Класс. Ты не уязвим. Не, ну это просто вообще пуджара такая нереальная. Джарух, так феминистка типично. Да-да-да. Батушки такие. Завсегда-то... Слушай, а почему этот парень умер? Мы же хотели его спасти, нет? Не получилось. Не удалось. А это не тот, которого мы откинулся. Спасали? Мне не похож. Норма. Все так, как надо. А что нам там дали за этот... За пушки прохождение? Какие-то пушки, да, открылись. Вот. АК-47, там. У меня АК-12. Как... Нет, да. Есть... Что это, короче, это что? АК-47. Без... Да, нет, я знаю, что это такое. Я, ну, может... АК-47 только без этой... У меня розовый АК. Розовый. В смысле? Подождите, что происходит? Где вы что смотрите? Оружие. Это показались. О, обычно с прицелами есть. Вот это калаш. Как вы смотрите? Ну, это зайди в меню снаряжения. Да, да, зайди снаряжение, да. А, так можно было? Все это время? О, можно калаш как снайперку использовать, прикольно. Её АК-47. Если его типа... АК-47 ВТФ. Розовенький АК, зашибись. Я бы, пожалуй, выберу его. Я так тепловизор. Хитро, хитро, чем эти бомбы. Модные, короче, с розовыми калашами. Ребята, там тепловизор. Хорошо, тема. Мы же отряд, мы должны одинаково выглядеть. Хорошо. Так, и еще что, подожди, еще что доступно. Но его нельзя кастомизировать, к сожалению. Ну ничего, так прикольно. Он и так крутой. Ну, типа без глушака. Сейчас побочками будем делать. Ух ты, тут есть меню. Отряд призрак, прикажите своему... А, тут еще команды есть, нифига себе. Конечно. Миномет? Да. Миномет? Я хочу миномет. Посмотрим, как сработают минометчики повстанцев. А на какую кнопку это вызывается? Покажи мне. Классно. Спасибо за просмотр, дорогие друзья. С вами была я, Элис. Увидимся в других прохождениях. Твою мать, я падаю. Ты чё выпрыгнул? Слышь. Вот это вертолеты.